Друзья, всем огромный привет! Сегодня я продолжаю свой обзор в магазине низких цен «Светофор», который находится по адресу рабочий поселок Кузоватова. Это Ульяновская область. Вчера мы с вами остановились на полочках с посудой, но так ее и не посмотрели. Сегодня предлагаю это сделать, а также продолжим смотреть товары для дома. Желаю вам всем приятного просмотра. В продаже есть блюдо для запекания. Оно из жаропрочного опалового стекла. Размер 32 на 20 на 7,5. Объем 1,9 литра. Производитель Франция Luminarc. Стоимость 329 рублей. Также в продаже есть от Luminarc вот такие салатники, они объемом 1 литр, диаметр 18 сантиметров, называются Дивали, цена 85 рублей. А это вешалки для одежды, они с антискользящим покрытием. Здесь в наборе 10 вешалок разного цвета, цена 113 рублей. В продаже есть дистиллятор домашний, называется экономный, он изготовлен из нержавеющей стали, объем 12 литров, производитель город Челябинск, цена 2632 рубля. А вот и новиночка, это автоклав паровой, он изготовлен из нержавеющей стали, объем его 14 литров, производитель Россия. Так он выглядит, цена 6727 рублей. На нижней полке вижу, здесь стоят вешалки, вешалки напольные на колесиках. Размер этой вешалки 80 на 42 и регулируется высота с 95 до 160 сантиметров. Выдерживает нагрузку 10 килограмм. Так она выглядит. Производитель Китай. Цена 507,70. А это кувшины для фильтрации воды. Объем 2,8 литра. Производитель Россия. К сожалению, эти кувшины идут без фильтра. Цена 179 рублей. А фильтры продаются отдельно. В упаковочке они идут по 2 штуки. 170 литров. Цена 158 рублей. А это вазы для фруктов, они стеклянные, с очень красивым декором, размер 25 см, объем 2,8 литра. Производитель Россия, город Кузь-Хрустальный. Вазы идут в красивой коробочке, цена 151 рубль. Также есть контейнеры из жаропрочного стекла с полипропиленовой крышкой на защелках. Объем этого контейнера 650 мл, в наличии их очень много, производитель Китай, цена 159 рублей. В наличии есть еще одна форма для запекания, она изготовлена из жаропрочного стекла. Она прямоугольной формы с ручками, объем 3,5 литра, производитель Marinex, Бразилия, цена 275 рублей. А это кружки для чая, называются они геральдическая лилия, изготовлены из керамики, 360 мл ее объем и цена 63 рубля. Кувшины для полива растений, объем 1,7 литра, кувшин изготовлен из полипропилена, цена 70 рублей. Кружка для чая с тонкой керамики с декором, объем 330 мл, производитель Украина, здесь они в ассортименте, в наличии их очень много, целые палеты, цена 60 рублей. В продаже есть наборы мисок, здесь три предмета, три миски объемом 1, 2 и 3 литра, изготовлены из полипропилена, цена 69. А еще есть наборы мисок с крышками, в наборе также идут три миски, каждая с крышкой, разного объема, цена 177 рублей. Набор стаканов низких, в наборе 6 штук, объемом 250 мл. Это стекло, производитель Россия, город Гусь-Хрустальный, цена 107 рублей. Смотрите, какое огромное блюдо, называется он ляган, рисунок геральдическая лилия, диаметр 30 см, в составе фарфор с деколью, цена 385. Также есть миски удачные, продаются они в спайке по 3 штуки, объем 4 литра, есть голубые и розовые по цвету, цена 113,80. Еще одна форма для запекания от Marinex, она изготовлена из жаропрочного опалового стекла, диаметр 28 см. Пишите очень хорошие отзывы о ней, что ничего не пригорает, цена 257. Здесь в наличии есть весы кухонные электронные, в городе их уже нигде нет. Максимальная нагрузка 7 кг, здесь 2 единицы измерения, граммы и унции, а также имеется цифровой дисплей. Покажу вам поближе, как выглядят эти весы, они изготовлены из пластика. Батарейки идут уже в комплекте вместе с весами, производитель Китай, цена 242 рубля. Из тарелок здесь есть вот такие десертные тарелочки диаметром 20 см, они изготовлены из керамики, производитель Китай, цена 37 рублей. И есть еще вот такие наборы эмулированных контейнеров, в наборе их три разного объема, все они с крышками, цена 347,50, производитель Китай. Сковорода
Алюминиевая, с антипригарным покрытием и с бакелитовой ручкой. Называется сковорода Heat, она диаметром 24 см. Производитель Россия, цена 158. Также есть литые сковороды с антипригарным покрытием. Диаметр сковороды 26 см. Здесь два вида на выбор. Производитель Россия. Сковороды очень хорошие по качеству, цена 683 рубля. Миска из нержавеющей стали от производителя Мелани, Китай. Диаметр ее 26 см, объем 3 литра, цена 118 рублей. Также есть в продаже сотейники алюминиевые с антипригарным покрытием и с бакелитовой ручкой. Сотейник диаметром 24 см, производителя Россия, цена 275. В продаже есть кухонные столы на металлических ножках со столешницей ЛДСП. Размер этого стола 115 на 59 и высота 79 см. Производитель Россия, цена 1677 рублей. Также есть кастрюли с крышками объемом 3 литра. Это алюминий с антипригарным покрытием. Цена 601 рубль, производитель Россия. Детские наборы для завтрака. Здесь они в ассортименте. Внутри коробочки 3 предмета. Тарелка, салатник и кружка на 250 мл. Декор очень красивый. Это стекло. Производитель Россия. Цена 200 рублей за набор. Также есть разделочные доски. В наборе их две. Они с ручками одинакового размера. Размер 17 на 28, цена 53 рубля. Настольное покрытие. Жидкое стекло размером 120 на 80 сантиметров. Цена 262 рубля. А есть еще кастрюли из нержавеющей стали. Они объемом 5,7 литра. В комплекте идут с крышкой, в которой имеется отверстие для выпуска пара. Цена 628 рублей. Тюль на шторной ленте, размер 300 на 260 сантиметров, в составе идет полиэстер, производитель Китай. Здесь в наличии есть три расцветки, такой бежевый цвет, зеленый и голубой, цена 460 рублей. Смотрите, какие огромные тазы есть в наличии, они коричневого цвета, изготовлены из полипропилена. Очень удобные тазы, они с ручками и со сливом. Объем его 28 литров, производитель России, цена 160 рублей. Также есть контейнеры для хранения, высокие, квадратной формы, с крышкой на защелках. Они сами прозрачные, объем 12 литров, цена 140 рублей. Также есть вот такого вида контейнеры, тоже по 147 рублей. Прозрачная крышка, прозрачный контейнер, на защелках, все как положено. А это банкетка с откидной крышкой и с ящиком для хранения внутри. Изготовлена она из ЛДСП, вот сидушка у нее из эко-кожи. Внутри небольшой такой ящичек для хранения, можно хранить какие-то зонтики или крема для обуви, ложечки. Все очень удобно, цена 1249 рублей, производитель Россия. А это перчатки хозяйственные, универсальные, они с покрытием нитрил. В упаковочке идут 5 пар, производитель Китай, цена 112 рублей. Кашпо для цветов, два цвета, белый и коричневый, продаются они с поддонами. Объем этого горшка 12 литров, производитель Россия, в составе полипропилен, цена 100 рублей. Также есть наборы горшков для цветов. В наборе 3 горшка объемом 1, 3 и 5 литра. Они треугольной формы с поддонами. По цвету есть бежевые, зеленые и бордовые. Производитель также Россия, цена 252 рубля. Вчера мы с вами смотрели вот такие женские шерстяные носочки. Здесь есть еще и детские. Смотрите, даже вот маленькие нашла, голубые. Размеры тоже в ассортименте, расцветка, цена 60 рублей. Для деток также есть еще вот такие худи с длинным рукавом, с капюшоном, с карманами. В составе указано, что 70% хлопок и 30% полиэстер. Очень теплые, очень плотные, прям настоящая такая зимняя кофта. Цена 394,30. Женские брюки здесь в ассортименте по цвету. Брюки вот такого вида, плана, они с карманами, на резинке. И плюс имеется еще вдобавок шнуровочка, шнурочек внутри. Утепленные, все очень аккуратно прошито. В составе этих брюк 50% хлопок и 50% полиэстер. Производитель Россия, Ставропольский край. Вот такие брючки. Размеры есть разные. И расцветка тоже разная в ассортименте. Цена всего лишь 190 рублей. В продаже есть стулья интерьерные. Называются Sky. Они с мягкой обивкой на металлических ножках. Производство Россия. Цена 1282 рубля. Смотрите-ка, что я здесь увидела. Здесь в наличии есть табуреты на металл-каркасе. Они, а сиденья у них изготовлены из эко-кожи. Цвет называется титан серый. Табурет называется Стронг. Производитель Россия. Кировская область. В наличии их здесь очень много. Цена 324 рубля. Также есть стулья стандарт, кухонные по 750 рублей, они также на металлокаркасе, и сиденья у них из эко-кожи, по цвету только в бежевом цвете. Производитель Россия.
А еще здесь есть табуреты барные, они тоже называются стандарт. Эти табуреты на металлокаркасе, а сиденье из эко-кожи. В наличии два цвета, цена 1041 рубль, производитель России, высота стола 85 сантиметров. Рулонные шторы в наличии здесь только персикового цвета, в наличии все, что нужно для крепежа этой шторы, размер 50 на 160 сантиметров, производитель России, цена 251,60. Также есть ведро с декором фрукты, 12 литров объем, оно со сливом, цена 79,90. Носочки спортивные, низкие, по 3 пары идут в спайке. Так, в составе идет 90% хлопок, 7% полиамид и 3% эластан. Производитель России, город Набережные Челны. Носочки очень хорошие, покупала, нам понравились. В наличии здесь два цвета, черные и синие, цена 99 рублей за 3 пары. На сегодня у меня все. Я очень надеюсь, что видео вам понравилось и вы его поддержите лайком. Подписывайтесь на канал, если еще до сих пор не подписаны, чтобы не пропустить новый обзор. А с вами сегодня прощаюсь. Желаю вам хорошего дня и отличного настроения. Всем пока-пока!